сейчас у нас будет довольно важная задача. Она простая, даже очень простая, но она очень важная, потому что в ней тот, кто не уважает математику, успеха никогда не добьется. И наоборот, если вы готовы к систематической, спокойной работе, то, безусловно, у вас все получится. Если вы берете доску размером 6 на 6, восстановите по нескольким сохранившимся номерам путь коня, побывавшего по одному разу на всех клетках доски размером 6 на 6. То есть расставьте числа от 1 до 36 так, чтобы отличающиеся на единицу числа были связаны ходом коня. Замечательная задача. Для того, чтобы вы не пытались тыкать пальцем. Ну, то есть тыкать пальцем тоже можно, конечно. Но давайте напомним шахматную нотацию. На c6 будет стоять тройка. На c6, вот здесь, да? Да. Почему не здесь? 1, 2, 3. Хорошо. По-моему, от 30-31 будет стоять. А нет, не нужны слишком сложные мысли. Да, прошу вас. Это c5, это 18. 18 вот здесь, да? Да, потому что почему? Это единственная свободная клетка. От из угла надо выйти. Из угла надо выйти. Вы молодец. Все, молодец. Дальше. 16, 17, 17. Ребята, нужно несколько простых замечаний. То есть, пожалуйста, не пытайтесь сразу придумать маршрут на много-много-много ходов. А вот так вот, как нам сейчас показали. Раз и называется одно число. 18 это действительно. Можно еще одно? Конечно. c3 это 24. Почему? Потому что это единственная общая клетка между 24 и 23. Нет, а вот это. А b8. Теперь теряем два варианта. Пока непонятно, какой из них выбрать. То ли мы идем 23, 24, 25, то ли 23. Сюда. Большая, потому что с других клеток туда нельзя попасть. Понятнее, можно? Потому что туда можно попасть только с c4 и с d5. А c4 это об этой клетке. Вы говорите, что она связана ходом коня только с этими тремя клетками. А почему бы там не быть двойки? А потому что двойку уже на a5. А 25 уже на d5. А больше туда никто не может пойти, значит 24. Ведь эта клетка же как-то она связана с, ну, в вашу маршрут как-то входит. Вы правы. Действительно, тут 24. 19 на f2, это будет 20. Покажите пальцы просто, не буду достать. 19 на f2, это будет 20. На f? Почему? На f2. Почему? Ну это 20, потом может быть сюда пойти. Секунду, прости. А почему не сюда? А здесь или даже не сюда? 22, вот 23. Здрасте. Почему не сюда? От 19 довольно много разных ходов. То есть, конечно, может быть, что так происходит, как вы говорите, а может быть и нет. Нам нужна одна из возможностей. Нам нужно показать. Да, прошу. С1,14. Потому что оттуда можно и выйти из 13, а потом выйти... Почему 14 не здесь? Ну, да. Да. По-моему, клетка F4 так 12. Поскольку, смотрите, если мы пойдем с 19 на F и поставим так 20, мы никуда не выйдем. Если мы почему не здесь 14? Смотрите. А вот 14 здесь может быть. 12 может здесь или здесь. Вот сейчас. Смотрите, да. Если мы сюда пойдем как 20, то мы отсюда никуда больше не выйдем с 21. Да. Если пойдем как 26, то тоже никуда не выйдем. Да. Здесь только 12.
Вообще, между прочим, Вася прав. Действительно, как-то очень несимпатично сюда идти двадцаткой. 18, 19, 20 уже дальше никуда не пойдешь. 26 тоже дальше не попрыгаешь. Да? Правда. Здесь 12. Соответственно, 10 будет по 25. По цифре 25. По цифре 25 это D4, да? Да. А ведь молодец. Действительно, 11 должно же получаться ходом из десятки. А, собственно, откуда? Да, молодец. И 10. Давай. Тогда 9 может быть С2. А может быть Б3. Б3. Да. Мы не знаем, Б3. Где здесь 9. Да, это С6, это 3. Почему? Ну, потому что мы от двойки уже никуда не можем. Почему не сюда? А Б3. А, 2, 3. С3 будет 14, потому что какими еще можем пойти? 13, 14. Почему здесь 14? А, потому что 14. А 4 еще может быть. А то есть, кто еще туда на это поле? А кто здесь, еще на это? Здесь? А, нет, да, это. Соображаем, Люд. А, можно? Да. С1 будет 14, потому что потом с B2... А почему не здесь? Сейчас объясню. С B5 надо будет потом вернуться на С3 или... Слишком сложные расчеты не принимаются. Здесь на доске еще есть несколько очень простых вещей, которые вы не видите. Да. B3 это 9. Почему? Потому что мы от 8... Почему не здесь? Да, почему вы думаете, что здесь, а не здесь? Можно спросить? Клетка С6 будет тройкой. Почему? Смотрите, B3 и C2 будет семеркой, и также B3 и C2 будет девяткой. Выйди, пальцы покажи. Это либо будет семерка, либо девятка, и это будет либо семерка, либо девятка. Это мысль важная, ее надо зафиксировать. Господа, здесь есть угол. В углу у нас восьмерка. Что значит, что восьмерка в углу? Значит, 7, 8, 9, да? То есть либо у нас здесь семерка, здесь восьмерка, здесь девятка, а наоборот, здесь девятка, здесь восьмерка, здесь семерка. Поэтому вот эти две клеточки обладают таким замечательным свойством. На одной стоит семерка, на другой девятка. Да, Валентина? А на С6 будет 3, потому что больше девать некуда. Правильно. После того, что Вася сказал, становится понятно, что с двойки сюда не попрыгаешь. Ну и сюда тоже, потому что только что сидит сюда. Значит, здесь 3. А 4 будет на Е5. 4 будет на Е5. Дальше продолжаем маршрут. Получается... А значит, на F3 будет 5. Конечно, молодцы. А чтобы попасть на С2, надо Е1 будет 6. А С2 будет 7. Неверно. Е1 будет 6. А, да. Один будет 6, потому что надо попасть на С2. А С2 будет семеркой, а 1 будет восьмеркой, а Б3 будет девяткой. Смотрите, а здесь та же самая идея. Да. Вот если число 35, на самом деле на него надо как-то прийти и уйти. Значит, где-то здесь 34, где-то либо 34, 35, 36, либо 36, 34, 35, 36, вот так. В любом случае с пятерки сюда нельзя. Значит, сюда что? 6. А С2 будет 7. Молодцы. У нас все быстро происходит. А Б3 будет 9. Не могу так быстро. Я-то так быстро не могу. Это вы сейчас мне уже все поняли. А я должен здесь написать 7. Я здесь должен написать 9. Отлично. 14 будет на С1. Почему? Да. Не обязательно. А можно? С 12, а мне и не надо. 11, 12, 13. Можно объяснить? Да. С1 будет 14, потому что с B5 придется войти можно и прийти с... Смотрите, остановитесь. Есть совсем простая вещь, которую вы духу не видите. Совсем простая. Без всяких рассуждений, без всяких идей. Очевидно, что там в некотором месте... На B5 можно попасть только с C3. Значит, да, я это уже говорил. Ой. C3 и D6. Где-то можно попасть, вопрос философский. Давайте смотрим. Здесь вот непонятно что, и здесь непонятно да. что. Поэтому, знаете, тут какие-то странные числа.
Да, но ужасные числа. Но эти три клетки забиты, и поэтому... Повторяю, там стоят ужасные, непонятные числа. Надо смотреть на ситуацию. 19 раз. На Е. У нас уже стоит 19. Да, не убегала. 19, оно стоит в центре. Никуда не бегает. На С1 либо 20. По-моему, на Б2 стоит 20. Нет, там 20. Давайте подумаем. Б2. Почему здесь 20? А почему на как С1. Не здесь? Да, я тоже 19, 20, 21, 22, 23. Вполне получается. Можно сказать? Да, конечно. На С3, 22. А, нет. Почему? Опять же. На F6 может быть либо 25, о, либо 26. А если... Нет, 25 уже не может быть. Нет, извините, либо 24, либо 26. 24. Но это если там 26... А, да, 20, извини, 24 20? Уже есть, значит, тут 26. Да. Значит, мы должны в угол войти. Точно так же, как здесь. Вот 7, 8, 9. Значит, точно так же, как здесь. Точно так же, 25, 26. 27. Я очень долго ждал этого, наконец-то вы это сказали. 28 будет на С3, а на Б1 почему? Будет... Почему? А потому что... Потому, если там, то мы не сможем на 30 прийти. Да. А, да, почему? А, оно должно быть на... Да. 27, 28... 29... А, ну, да, нет, может, через С3, может быть и на Б6. 27, 28, 29, 30. Можно же поехать, а не только снизу. А, да, точно. Ребята, вы опять совсем простые. Ну, мы же должны попасть на 34, на 34 или на 36. А попасть мы можем только... Вы пропускаете совсем простые вещи. А, этот, D6 обязательно будет 28. Почему? А потому, а как потом... Меньше фантазии. Больше простых замечаний. Простых, понятных, точных замечаний. Да. На клетке F5 должно быть 33. Она же связана непонятно с чем. А если 33? С клетки F5 связана с клеткой E3. На клетке E3 может быть либо 34, либо 36. А, да, тут обязательно. Если там 33, если там 36, то да, то значит. А что тут дальше нет? Да. А если 34, там обязательно 33. Разумно. Да, да. Подождите, то есть вы думаете про эту клетку и говорите, что прыгать через десятку нельзя, потому что 10, 11, 12 нам не имеет отношения, да? Да. Поэтому можно прыгать через вот эту и через вот эту, больше не учишься. Да. Если здесь 36, то, собственно, туда уже особо не прыгал. Вот, значит, здесь 34. Здорово. Значит, вы поняли, что здесь 34, вы поняли, что здесь 36, вы поняли, что здесь 33. Замечательно. Значит, на D6 32. Значит, здесь у нас 32. 31. 31. Здесь 31. На клетке B1 21. Значит, на F2 21. С1 это 13. Здесь что? 29. А на С3 28. 30 же есть, да. А С1 это 13. С1 это 13. 27, 26, 27. Значит, на Б2 22. С1 это 13. 20, здесь 14. Потому что 13 и 15 надо же, чтобы связано. Значит, 22 плюс на Б2. Говорите, здесь 22? Да. Сейчас, где оно? 23? Да. А 24, 23? Да, 22. Значит, на D1 21. Есть, мы решили 21. 21, а здесь? 20. 20. И теперь все собрано. Что, господа, я вас поздравляю. Мы действительно решили эту задачу. Заметьте. Единственная. То есть мы доказали, что такая расстановка ровно одна на свете.